На базе Харьковского гражданского форума мы хотим создать информационный центр, который будет, задача которого не сбор новостей, а информирование жителей Харькова и Харьковской области, слобожанщины, о том, какие необходимые действия должно делать обычное мирное население в мирное время и, так сказать, в условиях экстремальных ситуаций. Куда идти, где получать помощь, где получать поддержку, если у вас будет желание кому-то помочь и каким-то образом выразить свою гражданскую позицию, там также будут координаты. И плюс мы будем информировать вас, уважаемые харьковчане и жители города, и гости, простите, нашего города, о том, что будет происходить. Это будет информация от власти, от представителей наших общественных организаций и полностью информирование вас о гражданской позиции. Это не новая общественная организация, это не новое объединение граждан. Это принципиально новый, к сожалению, за 24 года для Украины инструмент, которым мы сегодня начали пользоваться. Мы становимся рядом друг с другом. Мы – это ассоциации, общественные организации, профессиональные сообщества, общегражданские организации, консолидированные группы активных граждан, которые готовы участвовать в изменениях страны. Государство существует для того, чтобы нам с вами, обществу, жилось комфортно и безопасно. К сожалению, за эти годы с государством сделали мы все вместе все так, что оно сегодня не способно нас толком ни защитить, ни обеспечить нам достойное качество жизни, ни обеспечить нам все те права, которые записаны в Конституции. Вторая функция – это координация между действиями, к сожалению, зачастую абсолютно безвольной, абсолютно неспособной и вчера, и сегодня, и, наверное, еще в течение какого-то времени – власти, это обеспечение механизмов, которые позволят следующим властям, кто бы ни пришел и кого бы мы ни выбирали на свободных выборах, не узурпировать больше никогда право распоряжаться нашей с вами судьбой. Наша задача выявить манипуляторов и исключить их из тех конструктивных сил, которые будут дальше строить реальное, нормальное гражданское общество в Украине в целом и в Харькове тоже. И мы глубоко убеждены в том, что строить гражданское общество нужно не сверху вниз, как это происходило всегда, а снизу вверх. Милиционеры готовы и делают, исполняют профессионально свой долг. То, что мы сейчас видим, и все нарекания, которые вот вызывают, да, кто там где стоит, бездействует, действует, если вы поближе познакомитесь с перечнем как бы вопросов, с перечнем того, что они могут делать по закону, чего они не могут делать по закону. Ну, вы знаете, здесь нужно разбираться. Я никоим образом не говорю, что они такие бедненькие, маленькие, их нужно защищать. Я объясняю, что это действительно проблема системная. Это проблема, которая у всего государства. И просто огульно говорить, что вот милиционеры стоят, не хотят просто ничего делать, это неправильно, это неправда. Там в оцеплении стоят участковые, там стоят люди, которые работают там с детьми. Вы понимаете, что они не обучены и не предназначены для того, чтобы выполнять функцию по обеспечению общественного правопорядка.